Блажен муж, который не ходит на совет нечестивый и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоке вод, которое приносит плод свой во время свое, и листь которого не вянет. И во всем, что он делает, успеет. Не так нечестивый, но они, как прах, возметаемы ветром, потому не стоят нечестивые судьи и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь.